Россию по ней. Является открытым. Вольно! Уважаемые участники наших соревнований, сегодня, в день открытия, состоится первый старт наших состязаний. Это соревнования в так называемом спринте или школе. Трасса нами подготовлена. Вот, и ваша задача, проявив техническую грамотность, тактическое мастерство, показать наилучший результат. И пусть победит сильнейший. Ну, а от себя хочу добавить, что все соревнования силовых структур, на которых мы судим с Иваном Трофимовичем Душариным, отличаются такой вот доброжелательной атмосферой. И ваша задача не только состязаться, но и получить необходимые знания, которые вам будут востребованы вами при решении специальных задач. Еще раз поздравляю вас с началом данных соревнований и пусть победит сильнейший. Добрый день, поздравляю с началом, с открытием соревнований. Современные условия, ставящие перед нашей армией, да, правительством Российской Федерации, подразумевают действия в основном небольшими подразделениями, да, точечные такой нанесение ударов и так далее. Да. И здесь особую роль, да, несет в том числе и горная подготовка. Вы прекрасно понимаете действия групп, да, подразделений небольших, да, которые приходят, выполняют поставленную задачу и уходят, желательно с минимальными потерями и максимальным уроном для противника. Посему данные в последнее время особенно Министерство обороны уделяет особое внимание горной подготовке наших подразделений. Данные соревнования носят особенно прикладной характер. Ваша задача здесь набраться опыта и донести его войска до своих коллег, военнослужащих, и передавать его там. Не просто выступить как спортсмены, да, а как спортсмены, военнослужащие, получить знания и донести их до своих товарищей. В перспективе, вот товарищи курсанты РВВДКУ, да, слава ВДВ, придут войска, да, придут войска, у них будут солдаты срочной службы. Вы должны запомнить то, что вы здесь получили, и передать своим товарищам. И впоследствии выполнить поставленную задачу и вернуться без потерь, желательно. Еще раз поздравляю с открытием соревнований. Спасибо. Слово предоставляется главному судье соревнований, легенде российского альпинизма, мастеру спорта международного класса Душарину Ивану Трофимовичу. Дорогие друзья, я очень рад, что мы вот сейчас находимся здесь. Дело в том, что этот год особенный, и место, в котором мы находитесь, тоже особенное. В этом году исполняется 70 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. То есть вы осваиваете те места, которые, в общем-то, священны для нас, как для вас, как для воинов, а для нас, как граждан России. Тем более, что Крым сейчас по закону и по правилам, я считаю, стал нашим, это справедливо. Я хотел бы пожелать вам успехов, удачи, поскольку я не стесняюсь, могу сказать, что вы являетесь элитой наших вооруженных сил в вопросах специальной подготовки. Потому что именно вы прибыли на эти соревнования, чемпионат вооруженных сил. Вы здесь получили те навыки, знания, которые вам пригодятся в боевой и любой другой обстановке. Потому что на самом деле эта наука непростая, и вы ее осваиваете. Поэтому за вами, как говорится, будущее, и от вас эти истоки пойдут дальше. Поэтому я бы хотел, чтобы вы как можно полнее и больше усвоили всего, что является предметом действия в горах,
Ну и достойно выступили. Не подвели своих командиров. Как говорится, сделали все, что от вас зависит. Я желаю вам удачи и успехов на службе, в жизни. Всего вам доброго. Дистанция 5 шагов. Шаги! Марш!